Ребят, выползли со столовой в обед. Сидим, позвонить надо. Вот тут вот именно в фойе хорошо Wi-Fi берет. И зона лобби-баров. Поэтому вот это все я отсюда. И смотрите, арбуз. Я говорю, Сашенька, ну съешь. Такой виноград вкусный. Такой вкусный. Я пирожных не ем вообще. Мне они однообразны, честно говоря. Но, ну, кроме национального. Саня говорит, я не люблю. Заховався на сумку. Сейчас идем в номер. Отдыхать. На улице жара. Вообще неимоверная. Так что... Мы пообедали, посидели, по телефону поговорили со всеми. Взяли мороженое, там стоит мороженое, бери сколько хочешь, кушай никому. Мы взяли такое маленькое, сели, а Саша взял такое арбузное. А я взяла лимонное, открываю. Говорю, Сань, что там как-то оно, я думала, поломалось. Смотрите, ребят, открывай. И вылазит вот такой вот палец, туда идти. Вот этот человек любит мороженое, любит сладенькое. Ну, да подожди, дай твои вкусы попробовать. У меня сосиска, тебе нельзя. То не сосиска, то сорбет. Хорошая. А ну на мою. Мне... У меня заморожена вода. Палец. Мороженое бери. Стоит такое, я вам покажу. Велосипедка. Бери хоть и 10. Они такие маленькие, хорошо маленькие мороженки. Угу. Идемте море послушаем. И людей, видите, на лодке, кто с какого отеля, подвозят прямо сюда, чтобы не ехать с Кемера, прямо сюда, Мегастар. Очень много людей отдыхают. Три палубы. Ну, на любителя, конечно. Такие волны поднялись, мы с Сашей так накатались на волнах. Весь обед тут остался, я имею в виду, что выпрыгали. Так здоровски. Немножко ветер после обеда поднялся, но это не влияет на то, что ну, замечательно просто. Вода такая теплая, что я не знаю, я уже точно полтора часа сидела. Там мы доплываем вон до того, где это флажок, только ближе угол, до тех буйков там. Ноги, руки, а потом сюда. Короче говоря... Thank you.
ребяточки, солнышко садится, и сегодняшний день, как говорится, морской, заканчивается. Сейчас пойдем покупаемся, потом пойдем попозже на ужин, посидим там где-то, может, как вчера. Но мы вчера такие уставшие были, что нам не хотелось, там и танцы были, и шманцы, но не до того было. Отдыхается очень хорошо. Море вообще, я не могу вам передать, какое море теплое, какое оно, ну это просто сказка. Саш, как тебе море? Море отличное. Отлично. Саша говорит, все-таки лучше Средиземного моря. Ни с чем не сравнить, да. Ну, красное там, красивые рыбки, все, но оно не такое. А это такое ласковое море, что ну просто... Ух, какой он, смотрите, на пирсе, что вытворяет парень. Сейчас он будет нырять. Ой, сейчас мужчина... О, нырнул. Такие сальто там вытворял, молодец. Вот тут зеленый шар на воде, мы не поймем, зачем он там плавает. Видите, сейчас вот люди пройдут, и вы увидите. Сейчас. Вон, видите, зеленый шар? Вот туда смотрите. Ну, я думаю, что, наверное, какой-то аттракцион. Утром приходишь, ни одного камушка нету. Здесь все вытерто, все вытрушено. А сейчас, конечно, немножко натаскали. Ну, такое куда. Галька вот здесь крупная, немножко как-то... Ну, смотри, какая. Как-то немножко... А помнишь, как мы с Крыма целые сумки возили этих камней? Они такие красивые, мокрые. С утра Саша мне насыпал на ноги, это так хорошо прямо прогревает косточки. Да нет, ты что шутишь, нафига надо. У нас даже дома валяются, это такие красивые. Просто не можешь остановиться, какие некрасивые. Это не новозная, мы с Сашей так посмотрели, потому что в море там аж на глубину идет галька. Тут мелкая разбита, а там дальше разбита, поэтому очень-очень хорошо. Что там стучат? Так как будто молотком. Что орехи кто-то бьет. Уже кораблики оттянули туда подальше на ночь. Уже спадки пошли. Ну что? Пока до свидания, наверное, да? Первый день пролетел, ребята, так быстро. Сколько много, тут я уже познакомилась с людьми. Ну, в основном, конечно, с Россией. Женщины вот такие вот общительные, такие молодцы. И никто не сказал, что вот а ты там Хохляндия, мы не будем с тобой разговаривать, что ты не так разговариваешь, это акцент не тот. Вообще, вы что, все мы как родственники, все как родственники. Так что до завтра. Завтра будет, я думаю, тоже что-то интересное. На экскурсии мы не собираемся, не хотим просто. Ну, сейчас не то время, чтобы ездить в экскурсии. А то кричат, корона, в Турции самая большая за это. Ну, мы в маске вчера, только мы были на ужине, и в маске никто в отеле вообще не ходит. Вообще. И в Турции мало очень людей видим в масках. Но мы до последнего ехали в автобусе, все в масках. Ну, это же наша безопасность, поэтому... Фух, аж подустали мы сегодня. Мы в обед думали, пойдем отдохнем, а ничего не отдохнули. Да, немножко в интернете посидели и пошли обратно на море. Я говорю, Саш, пошли. Хорошо, замечательно. Ну, конечно, если так подремать, но как-то у меня не получается. Так рано встаю и не получается. Спасибо тебе, Саш, за подарки. Спасибо еще полкилограмма. Вот такой у меня Санечек-шутник. Пока. We'll be right back.